Магадан готовится к Дню знаний. 1 сентября в областном центре пройдет шествие первоклассников и школьной линейки. Самых маленьких учеников, которые впервые сядут за парты, соберут в 10:30 на Театральной площади. В 11 часов они отправятся в шествие до городского стадиона. Колонна будет выстроена в соответствии с нумерацией школ. В ее состав войдут первые лица города и области, учителя, ученики первых и 11 классов. По завершении шествия на городском стадионе для школьников и родителей проведут праздничное представление. В случае плохой погоды оно пройдет в спорткомплексе «Колымский». Ожидается более 2000 участников. Также 1 сентября во всех магаданских школах пройдут торжественные линейки и открытые уроки. За парты сядет уже как бы более-менее понятная цифра – 11300 детей. Как я уже говорил, это почти на 300 детей больше, чем было в прошлом году. Но я уже ранее комментировал, что остается проблема с обеспеченностью местами в школах города Магадана. Это одна из стратегических задач, которую предстоит временно исполняющему губернатору, надеюсь, будущему губернатору, решать вместе с органами местного самоуправления, прежде всего города Магадана, по обеспечению детей местами в школах. Для обеспечения безопасности участников шествия магаданские автоинспекторы с 10:30 временно ограничат движение транспорта по центральным и прилегающим улицам областного центра. Движение автотранспорта будет восстановлено после окончания шествия ориентировочно в 12:30.